5454 заболевших коронавирусом. Из них 3029 человек выздоровели, 40 умерли. Ситуацию с распространением инфекции тоже обсудили на совещании в Рио главы Чувашии с правительством республики. Один из очагов инфекции COVID-19 на днях локализовали на одном из промышленных предприятий региона. В Рио главы республики Олег Николаев отметил, что переход на следующий этап послаблений сейчас невозможен. По-прежнему под запретом доступ фитнес-центры, музеи, театры, столовые, рестораны. Ограничено посещение мест для массового отдыха, в том числе и пляжей республики. Режим ношения масок также никто не отменял. Требую, чтобы очень внимательно отнеслись глава администрации, руководитель органов исполнительной власти, еще раз прошу провести соответствующие мероприятия по информированию хозяйствующих субъектов, тех предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность или иную деятельность в связи с предоставлением различного рода необходимых услуг населению, что осуществление мер безопасности является неотъемлемой составляющей нашей повседневной деятельности.